Бывший летчик-истребитель Сергей Николаевич Кизарев пришел поклониться солдатам в День Победы на воинское кладбище в городе Иваново. Двести боевых вылетов, десятки сбитых вражеских самолетов, 15 правительственных наград. Таковы вехи боевого пути летчика Кизарева. Он защищал небо Москвы, сражался под Сталинградом, бил врага в Белоруссии и Прибалтике, дважды был тяжело ранен. Сегодня он говорит: о войне вспоминать не люблю. Война — это безнравственно. Но май 45-го — это поистине новая весна всего человечества, освободившегося от фашизма. С детства Сергей Николаевич мечтал стать художником. Помешала война. Сегодня он работает много, жадно, словно хочет наверстать все упущенное. Резьба по дереву, чеканка, живопись. И все работы Кизарева посвящены одной теме – человек на земле. И все работы Сергея Николаевича согреты любовью к родной земле, много испытавшей, к людям, которые жили на ней давно и живут теперь.